Всем привет, ребята! С вами снова я, Герман, и это новый выпуск влог-сериал «Школа». Сегодня, ребята, мы наконец-то дождались этого чудесного мероприятия. Кто из вас еще не понял, мы сегодня снимаем дискотеку. Или... на... чё? Эх, ребята, как же мы любим смотреть на природу. И на то, как птички поют, и на то, как собачки весело резвятся. И это как я должен ждать Ваню 30 гребаных минут, потому что он снова опаздывает. Короче, мне позвонил Ваня. Спустя 40 минут. У меня руки уже отморожены полностью, блин, я не могу. Вон он стоит. Я уверен, меня не видно за этими штуками. Чел просто подошел и начал ржать надо мной. Короче, Ваня сегодня будет на танцполе танцевать, ну, как сказать, сегодня. Завтра. Да, завтра, потому что у нас сегодня съемка большая, и мы ее переносим, как бы разделили на два дня, вот. Далее мы с Ваней направились в Таврию, там мы купили по бутеру и покормили несколько собак. Ну, а после мы отправились к девочкам. Короче, все, тут мы встретили Соху, Варю. Привет, скажи привет зрителям. Привет! Привет! Это мои чувства. Ладно, я вызвал такси, оно будет через 3 минуты, и увидимся уже в машине. Так вот, мы приехали. Привет. 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 Вот, Дима, привет. Привет. Ладно, я так понял. Мне сегодня опак. Чувак, твоей обуви больше нету. Толстых мальчиков, сидящих на лавочках с обувью, во всем мире осталось очень мало. Берегите их. Мы сейчас собираемся в магазин. Так вот, мы сейчас идем в магазин брать хавчик. Но мы ненадолго, так как у нас дофига слов. Это все-таки большой ролик, как-никак. Так вот, не прошло и меньше 5 минут, как Ваня с Софой уже скупили весь магазин. Скупили весь товар на свои последние гроши. Есть что-то? Нет. Ты беги, пока Ваня, короче, не заметил. Я тоже укусил. Давай, давай вместе. На фоне сосисок. Пиншот. А нет, подожди. Ничего я не буду делать, понятно? Не смотрю, застрелю. Ладно. Они все еще поют песенки, а я так ничего и не заснял для вас. Круто. Ну, так вот, мы уже в школе. Сейчас, наверное, могут снимать ребята, поэтому я буду тише говорить. Ваня, запрыгни на нее. Тихо, я сейчас прыгать буду. Нет! Давай, почему? Все хорошо. Я сломаюсь. Да не сломайся ты. Ну, я жду. Подожди. Я тебя понял. Короче, мы сейчас отснялись в желтом классе, сейчас мы снимаемся в синем классе. У меня, блин, огромная строчка на 5. Чё? Ну, я хотел всего лишь попросить сценарий помочь прочитать. Блин, с дерзким пришли. Я прям душу учил. Они все это время... Они все это время были в синем классе? Целовались, наверное, в крысу от всех, да? А я откуда знаю? Я свечку не держу. Вообще странно все это. Все, я не могу больше, я сбился. Так, Ваня употребляет, так сказать, собачью еду. Он нашел ее где-то там в подворотне, блин. Нет, это не собачья еда. Я не употребляю ее. А что ты с ней делаешь? Ничего, я вот, она здесь вообще-то лежала. Короче, ребята, если мы под этим роликом наберем 50 тысяч лайков, то к следующему ролику Ваня с Ромой в бикини будут кидаться собачьей едой. Ребята, сейчас шок-интенс. Я
пошла. Отдай кольцо, еще кредит не выплатил. Подожди, ты же его украл. Давай ты не будешь все это здесь говорить. Ты согласна? Ты пряников получишь. Вот, все. Она... Тебя любить даже когда я буду на небе. Что происходит? Вы залезли ко мне в рюкзак, вот вы. Так вот откуда ты его украл. Ваня! Подписывайтесь на канал, только что был шок-контент. Как видите, только что у меня появилась жена. Получается, скоро, ну, свадьбу скоро сделаем. Сейчас она предложение ответила, да. Скоро будет трое детей, и вот это вот все, понимаете, да? Что за прыщавое чмо? Как видите, нам пиццу завезли, и у толстых радости нет предела, как видим. Это что? А зачем ты зачем треугольники рисуешь? Ты знаешь, что за это в тюрьму садят? Стоп, подождите, ребята, они знакомы человек? Подождите, ну повернись. Да ну нафиг! Это же Даня Кросло Ченнел! Чё ты снимаешь, а? Что ты снимаешь, а? Извините, Андрей, подождите. Какой у нас Андрей? Какой из тебя Андрей? Сергей. Какой ты Андрей? Алина, 13 лет, я сейчас. Ну вот, само собой, разоблачение. Мы подписчики данного мальчика, он нас булит. Что? Так, как мы видим, на улице отличная погода, мы взяли сценарий. Я сать хочу. Так, как мы видим, на улице отличная погода, мы взяли... Я сейчас обоссусь. Ты, скоро вообще разучишься сать, если продолжишь мне сбивать кадр. Вот так вот. На улице, как мы видим, погода отличная. Прохладно немного, но очень даже... Ты снимаешь? Да. Хорошо, мы взяли сценарий, хотели почитать, изучить, но встань на место! Все, я стою. Ну так вот. У нас сейчас 20... Всем привет, сегодня я снимаю блог. Кадр 1, дубль 1, поехали. Слушаем диз. Томаты будут? Да. Это плохо. Боже! Это все видели? Герман, помоги. Ладно, я думаю, достаточно. Попили, поели, прогулялись. Что может быть просто лучше? Мы просто начинаем снимать, и вот я решил заснять это. В общем-то, мы закончили наконец-то снимать в синем классе, и сейчас у меня вроде бы нету больше слов. Мы сейчас сидим в желтом классе, там страдаем фигней, как обычно. Ничего нового. Боже мой. Маша надрезала случайно, блин. Бутылку, которая была под давлением. Блин, тут все вытекает. Ребят, блин. Тут все в воде абсолютно просто. Посмотрите. Смотри, еще меня заглушило. Сидели так спокойно. Я сидел прямо вот здесь. А я тут сидел, на этом стуле. Понимаешь, смотри. Я вот так вот сижу. Я прямо передумаю вот так. Короче, мы уже закончили снимать. Первый съемочный день окончен, наконец-то. Кстати, мы закончили его рано достаточно. Типа, мы его закончили к 8 часам. Вот, мы сейчас ждем машину, чтобы поехать домой. И вот, все, как-то так, ребята. Увидимся уже завтра. Короче, мы с девочками уже собрались, ждем Ваню. И будем вызвать такси. Наконец-то мы его дождались. Ваня. Ваня. Блин, куртка реально прикольная. Где взял? Кого? Куртку. Бандитская. Своровал, значит? Ну, получается. Да. Извините, сколько стоит ваш лук? Тумач. Таких цифр еще не придумали. Угу. Блин, ну вы слишком круто. Ты на чьей руке сидишь, господи. Это мой клуб. Когда мы в клубе, чикс. Нет, давай что-то национальное. Батьку наш Бандера. Украина, мать! Короче, вот такой вот у нас зал. Там еще танцпол с разноцветным полом. Все, мы заходим на танцпол. Даник Channel Pro канал. Погнали. Так. Привет подписчикам. Как тебе вечеринка? Ужасно, у меня болят ноги из-за подкрадули вот таких трудов. Короче, ребята, вот стол диджея. Ваня будет все это время в наушниках. О, фига себе. Куда вы? Боже мой, когда Ваня ходит, тут все тут сотрясается. Иван Орехович немного занят. Иван Орехович, как вам зал?
тут очень холодно. Надо забрать. Нифига себе. Пошли. Я сказал, пошли. Не пошли. Что? Учителям и школьникам, меня зовут Алексей Евгеньевич. Короче, дальше мы закончили съемку, поехали домой и бла-бла-бла. В принципе, ничего такого интересного я больше не снимал. Поэтому это конец 6-го влога. Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что смотрите меня, мои ролики. Так как я в эти ролики вкладываю уйму сил и времени, поэтому я очень рад, что они вам нравятся. К примеру, 4-й влог, я его выпустил, и просто все набежали, все начали его смотреть. Я очень рад, что вам он нравится. Мы за неделю набрали 50 тысяч подписчиков. Это получается, что на нашем канале уже 100 тысяч. 100 тысяч, вы представляете? Я к этому очень долго шел. Вы не представляете, насколько я просто рад. Это просто чудо какое-то. Я буду дальше стараться удивлять вас своими роликами и не оставлять вас без хорошего контента. Ну что ж, ребята, если вам понравился этот ролик, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А с вами был Герман, всем удачи и пока!